Проходи, садись на кресло командира, а ты на кресло штурмана. Здесь даже можно подержаться за штурвал, и это вовсе не макет, а настоящий самолет Ту-154М. М значит модифицированный, это правительственный борт, так что обычным школьникам на нем вряд ли удалось бы полетать. Сегодня для ребят открылись двери режимного объекта авиационного завода «Авиакор». Такие маленькие гости здесь впервые. Директор музея сначала даже растерялся, что же им рассказать. Ориентировался на тех, кто постарше. История создания завода, его эвакуация в Куйбышев и тяжелое военное время. И вот у нас в это время самолеты взлетали здесь с полной боевой нагрузкой и летели в Сталинград. Для некоторых это был единственный боевой вылет. Дошколята смотрят во все глаза. Модели самолетов приковали их внимание. Самому маленькому посетителю 4 годика. Многих вещей он еще не понимает, но самолеты понравились. Надо вместо того, чтобы показывать эти игрушки в магазине, лучше показать музей наглядно. Ну, пока только на уровне вот самолета и то, как они могут летать, и как они могут там, не знаю, бомбить в общих чертах. Такие экскурсии приурочены к военному параду 7 ноября, который скоро пройдет в Самаре. Цель их – рассказать школьникам об истории запасной столицы и о том, какие силы она бросила на помощь фронту в Великую Отечественную войну. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».